Сарем Румон, Аму Сам Румон. Аму Сам Румон, мы с Катерного Сибирска, мы в Учемуте. Здравствуйте. Каспури за сгаджиканес, потому что каншу там ли русские цыгане, ли амаре, чтоб то был ясно на инди, каспури за сгаджиканес. Мы мангав помоги только на Румон. Я вам хочу говорить. Билба, че тани сестры, они взяли мои деньги, мое золото. Они уехали отсюда. Они мои деньги, мое золото не дают. Я говорила им по-хорошему, что они дали мое золото, мои деньги. На ними мои деньги, мое золото не дают. Ромовы. Он не для малого, мы ходим. Он на дэном мы нечто. Улыка и пендардис. Як похитим. Доверилась им в этом. Хер. Кердя мама не чека перлаты. Доверилась лаки медаль. Да моя мама ей доверилась. Была ей лучшая подруга, хуже, чем сестра, неизвестно кто. Моя мама сделала на нее ячейку, доверила ей свое состояние. Сейчас она, получается, выходит на связь и нам говорит то, что она нам ничего не отдаст. Отставание от того, что моей мамин зять, моей сестры муж, погулял с ее дочкой. Это было 5 лет назад. Но после этого Чита и ее семья в нашем городе были с ней в хороших отношениях. Обнимались, целовались после этого с ней. Сейчас она говорит, из-за этого она не собирается отдавать нашу ячейку и наши деньги, которые на наши деньги она построила дом, где она живет. Кайбашовой Румады. Там что? Есть человек Габуды, его зовут. Город Краснодар зовет нас к себе. Мы туда не можем пойти. Наши дяди, моего папины братья, там с людьми в Рамсах, они с ними не могут пойти туда, в их город, они не могут к ним поехать. Мы говорим ему, в любую точку Россию, пускай хоть куда приедет, хоть в Москву, хоть в Воронеж, хоть куда, в любую точку России, хоть куда мы с ним встретимся. Он нас зовет туда. А я мы дочавала на все это пахыля, а мы даде, мы дадеста, мы кокенды, все это пахыля. Мы кунатенды, мы пахыленды, все пахыли вот дочавали, на мы вот это наши жест, наши гена мы румы. Он на Румане отвечает, кто такая будет. Ова си, эчи так упременить, керопест. Эчи та доверила селесе. Отвечает Ова. Чита полностью из Адо, я отвечаю на Дарлаты. А Чита, Канасас, Атре, Соскёчок, Одава Хыти, Канасас, Амароджа Мутрола, Кичия, Соскёво, Ойодава Хыти, на Пленской Накандала Маруманьи. За что она, почему она тогда, когда здесь она была, в Новосибирске, со своей семьей, и наш зять с ее дочкой поиграл, почему она тогда нам не сказала, что наше имущество не отдаст, наше состояние, а как она уехала с этого города и подняла мусор, начала собирать, ковыряться начала. Начала говорить то, что не отдаст нашу ячейку, наши деньги из-за того, что наш зять... Она живет в моем доме, она построила своими деньгами дом. Она живет сейчас в моем доме, а я живу на квартиру. Она мне сказала, я твои деньги не дам, я твое золото не дам, а там у меня золото и дом на 40 миллионов. Румады, потому что на 40 миллионов оси мага утрема манги. Мы к маге обращаемся отдельно, Шабада. Ой, она сказала, я сделаю модю бомжа, что она будет бомж. И у нее ни квартира, ни дом, она будет жить с внуками, с дочерями на улице. О, что она сказала мне, Шита. Мы сейчас живем из-за них на квартире. Живем на квартире. Мой отец умер 5 лет уже, как нет моего отца. Мы доверились ей, поверили ей, как родной сестре. Моя мама поверила ей, как сестре. Я поверила ей, как тете. Мы не доверялись никому, кроме нее. Ни бабушке своей не доверяли, ни детям, я, кроме ней. Но она так с нами поступила. Получается, она нас кинула. Мы сейчас обращаемся к людям, всем. Мы ей сказали, ей и Габудой там живет, сказали, давай встретимся в любой точке России, где захочешь. Он сказал, нет, приезжай ко мне. Но раз она не понимает по-цыгански, мы говорим, что у нас там враги живут в Краснодаре. Раз она не понимает по-цыгански, ни по-другому вопрос не можем решить, значит мы пойдем по-русски, значит мы будем делать по беспределам. А да я чита, Чавана, Громада, мы обращаемся к этому. Ой, если эмирас и эмотекичей,
Лата сёпра, Андрей, окоба. Андрей, окоба, э люба, э сиране сёпра латери. Э кой э си собушок дена, э кашта. Он э сипани. Рома, а мы на тебе бу доверилась. Сази еды пенеки, са считай, са доеда дину мама манди. Ед махити. Ой, э лиманды, герёма ромэсте ко гроби. Павио по-моему, подставить есть починиться. Эчита, по-моему, да гаса с такором живинду. Мы успеши, как их нам океркину, когда пелове, отежа в керри, сока бурка перел, керри до рубе, мы когда в керри. Ала им, мы хасов, мы шавесто, про мы хора дасте, мы когда в тумаро керри, тумаро ловай, а в итоге шавален, ой, надел маништу. Ой, панел, кай сома бомжи, сарака на как я хочу поступить. На, не хотела она по-цыганскому, не хотела она по-нашему, романес на магесу. Я поступлю гаджиканес. В течение 3 дней, если наше состояние не будет у нас в руках, значит мы пойдем по-русскому. Значит, мы будем по беспределому творить. Раз нас не понимают, мы хотели сделать по-цыгански, но нас никто не понимает. Ни Чита, ни Люба, ни Габуда, никто нас не понимает. Не понимаете, в течение 3 дней не будет наша ячейка, наши 10 миллионов, которые тебе дал мой отец еще был жив. Чита, к тебе обращаюсь. Моего отца вещи, моего отца деньги, 10 миллионов. И на 30 миллионов ячейка не будет в течение 3 дней в Новосибирске. Значит, что-то мы пойдем по-русски. Все, мама. Последний раз я дала даже ее часы на без мужа на миллион. 2 часа на миллион, да только 4. Все.